Международный фестиваль кино адресован в первую очередь молодежи. Тем, кто столкнулся с войной, пусть даже через отцов и дедов, ничего объяснять не надо. Война не только уносит жизни, она ломает судьбы, меняет людей и рушит их взаимоотношения. Они передают именно те настоящие человеческие отношения, которые проявляются в ходе таких тяжелейших испытаний, как война, тем более такая крупная, как Вторая мировая. Люди в них показывают все самые свои хорошие и плохие стороны. Тишина, цена которой жизни миллионов людей. На фестивале антивоенных фильмов свой взгляд на мировую трагедию представили режиссеры Норвегии, Германии, США и Италии. В каждом эпизоде «Надежда на мир». Когда мы смотрим фильмы про войну, мы понимаем особенно ценность мира. Тишина – это образ. Это образ мира, мирного неба над головой. Да, потому что звуки тишины, они особенно отчетливо слышны, когда мы слышим грозовые раскаты войны. Международный фестиваль не случайно проходит именно в Самаре. Куйбышев в военные годы стал центром промышленной жизни страны. Его жители, не жалея себя, приближали великую победу. Традиция нашего города, то патриотическое воспитание, тот патриотический дух, который присутствовал и присутствует в наших гражданах, очень сильный. Знание о том, как это было, каким последствиям это привело, вот эти все трагедии, эти военные действия, оно должно быть, конечно, у каждого поколения. Увидеть антивоенное кино смогут все желающие. В течение 3 дней фильмы покажут во всех вузах Самары. 3 сентября их можно будет увидеть в музее Алабино. Вход свободный. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».